Новый микрорайон «Север» в Лиде год за годом прирастает новыми домами. Здесь уже сданы в эксплуатацию 7 многоэтажек. Еще 6 сейчас находятся в производстве. Параллельно с жильем развивается и инфраструктура молодого микрорайона. Так, в прошлом году завершилось строительство 2 4-полосных улиц общей протяженностью почти 1,5 километра. В мае этого года был дан старт возведению 4-полосного полотна на участке объездной дороги между микрорайонами «Север» и «Молодежный». Дорога является у нас магистральной. Ширина проезжей части будет 17 метров с разделительной полосой 5 метров. Также будут устроены пешеходные связи, тротуары по 2,25 метра с обеих сторон и велодорожки по 3 метра с каждой стороны. Покрытие будет устроено из асфальтобетона. Вот, будет освещение проведено, ливневая канализация. Будет также устроено 2 автобусные остановки. Ну и, соответственно, пешеходный переход в начале и в конце улицы. Строительство проектируемой улицы «Западный обход» обусловлено генпланом города Лиды. Согласно ему, данный отрезок дороги завяжет между собой улицы номер 1 и номер 14 микрорайона «Север». Стоимость проекта – 3,5 миллиона рублей. Средства на него выделены из областного бюджета. Генподрядчиком объекта выступает Лидский строительно-монтажный трест номер 19. Его силами практически на треть работы уже выполнены. Строительство у нас начато с устройства земляного полотна, сети проводятся, устройство ливневой канализации. Затем отсыпаются у нас, ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды из песка, гравийно-песчаной смеси, щебня и устройства асфальтобетонного покрытия. На данном этапе выполнены земляные работы и ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды. Строительство проектируемой улицы «Западный обход» будет проходить поэтапно. Сначала новое полотно появится на незадействованной автомобильным транспортом части дороги. А когда свежий асфальт будет открыт для автомобилистов, работы перенесутся на противоположную сторону. Поэтому ни пешеходы, ни велосипедисты, ни автомобилисты особых неудобств не ощутят. Завершить строительство проектируемой улицы «Западный обход» планируется в апреле следующего года.